модный вообще телефончик. Это не телефон. А что это? Камера. Телефон? Нет, это не телефон. Ну, камера тоже неплохая, это не как раньше. Нет, нет, более того, я это вообще зову шпионское оборудование. Очень так приятная вещь. Она маленькая, и главное, у людей, знаешь, нет вот этого вот пункта, когда человек камеру достает, вдруг все начинают, вот я, а теперь еще и есть камера. А вот здесь вот нет, потому что телефон и телефон как-то маленькое что-то болтается. Да, книги, конечно, это удивительно. 100 миллиардов томов безымянных слов. Бизнес как бизнес. Ничуть не хуже войны. Но красиво, знаешь, вот человек среди всех этих стеллажей, маленький такой, стеллажи гигантские. Вот сейчас я тебя же покажу, поснимаю. А? Ну, в зависимости от того, как вот рамку из них сделать, вот так вот если вокруг тебя ходить, то можно вообще просто спять, все в книгах. Не надо так уж, это фотообман. Ну да, может быть. А вопрос вот этого оформления всего этого изучали? Оформление чего? Ну вот собственность травивали. Да, жена изучает все, конечно. Конечно. Я-то сейчас вообще по грязи в гуманитарных проектах я сейчас тебе расскажу. Сейчас красиво получаешься, довольно-таки.